Сегодня 22 июня 2022 года. Мы находимся в поле в Дмитровском районе. Это наша корзина, это наш воздушный шар. Это наш коллектив дружный, готовится к своему первому полету на воздушном шаре. Настроение у всех боевое. Гель, что скажешь? Все нормально? Ваня, как настроение? Отлично. Даня? Готова к полету? Да? Дима? Конечно, нет. Что нет? Готов? Не готов? Готов? Остаешься на земле? Да. Саша? А я с Димой. Ну что, Рам, ты готов к полету? Ну, всегда готов. Отлично. Ну, сейчас будет. Смотри, какая красота. Да. И знаешь, Кожер? Как мы плавно взлетели. Горячо, горячо. Здесь вообще горячо. Это ё-моё. Вообще обалдеть. Что, меняемся? Вообще вертикально. Точно не наш случай. Вот самый интересный момент. Все в твоих руках. А я вот думаю, Бородино будет примерно как на старте. Серега, давай Буденновец на вытянутую. Хорошо же там, тихо. Да. А прошли обалдеть. Мимо. Обалдеть. Вы про эти шишки говорили, да? Вот прям ель. Прямо по курсу. Ой. Класс. Шикарно было. Да, ноги почувствовали. Вот это расчет. Сейчас мы еще шишки будем Да, повернитесь. Ощущение. Все взяли. Еще раз. Еще отлично. Раз. Уже села, а у нас еще есть. Здесь посажен или поршен? Нет, это посадка. Какие поля? Браво! Браво! Я вторым вылез. Главное, девушек спросить.